Это мы сейчас начнем. Наташа, вот, покажись. Покажись, Наташа, чтобы тебя все видели. Вот Наташа из Беларуси, Кузьмина, да. Слушайте, я, наверное, надену умные очки или не надо? Настроение-то должно быть у нас хорошее, потому что сейчас полная неопределенность, а мы противопоставим ей полную определенность. И тогда мы сбалансируем свое состояние, повысим свой стресс-иммунитет и вообще иммунитет ко всем стрессам и ко всем бедам, которые могут на нас наваливаться, а могут не наваливаться. Вот сейчас у нас бесплатный ликбез против стресса. Ликбез против стресса и против всех бед. Давайте мы так сделаем. От нас же все зависит, правда? Вот сейчас такая неопределенность, сейчас этот коронавирус, сейчас во всех школах там переводится на дистанционное обучение. Это прекрасно, это прекрасно. Мы сейчас можем и детям, и родителям, и педагогам показать, что нужно сделать 3 раза в день, буквально по 1,5–2 минутки. Это дробная синхрогимнастика. Из учебника Матвеева, официально признанная синхрогимнастика. Да, да, синхрогимнастика по методу ключ. Да, буквально 1,5–2 минуты. Дробное, дробное. Это значит, как дробное питание, 3 раза в день в удобное вам время 1,5–2 минутки. Да, вы делаете сразу параллельно несколько конкурирующих действий. Этим самым вы тренируете свою нервную систему и свой мозг, одновременно решать несколько проблем, несколько задач. Да, потом, когда попадаете в условиях неопределенности, когда нужно быстро принимать решения, вы заметите, что вот это вот ежедневное 3 раза в день по 1,5–2 минуты вам помогло в любой ситуации жизненной быстро принимать решения, как Юлий Гай Цезарь, да, будете такими мощными. А дети будут легче учиться, потому что мы эти приемы разрабатывали, исходя из детских естественных рефлексов. Да, просто мы сейчас их делаем осознанно. И тем самым вырабатываем у себя творческие качества, осознанность. И вот, внимательно смотрите. Все очень просто. Сначала потянулись, потом начинаете вот так вот делать. Смотрите, вот так. Это очень легко. И одновременно второе действие. Хлёст руками по спине. Почему я так говорю по спине? Потому что бросаете так свободно, как будто бы достигаете спины. Да? А потом просто берете и делаете, как дети делают, шалтай-болтай. Это упражнение синхрогимнастики по методу ключ. Официально признанному методу, утвержденному и Минздравом, и Минобразованием рекомендованным. Очень хорошая штучка такая. Просто сейчас она усовершенствовалась для современного времени, чтобы 3 раза в день по 1,5–2 минутки, если вы так будете делать. Итак, еще раз. Потянулись, а потом начинаете делать вот так и параллельно делаете вот так. Очень просто. Но вы заметите, что потом, когда вы делаете вот так, вам так легко делается, эндорфины включаются, внутренние аптеки начали работать. Настроение поднимается, улыбаться хочется, готовы горы свернуть. Конечно, после этого обучение идет легче. И родителям легче. Говорить со своими детьми и педагогам легче. Если педагоги так делают 3 раза в день по 1,5–2 минутки. Итак, еще раз покажу и потом отвечу на вопросы. Сначала потянулись. Это домашняя работа. Потянулись, потом начинаете делать вот так, вибрацию. Коленками работаете. И одновременно, параллельно
подключает и хлёст руками по спине. Коротко говоря, хлёст. Руки свободны. А потом шалтай-болтай упражнение. Видите, каждое упражнение имеет свое название. Вот это название шалтай-болтай. Так дети часто делают сами. И так делают часто сами. Да-да-да-да-да. Просто мы соединили все вместе, а это дает взрывной эффект раскрепощения. Сразу становится легко, хочется так свободно ходить, осанка выравнивается. Да, можно горы свернуть. Да, и легче потом учиться, легче сосредотачиваться. Легче решать самые сложные вопросы. И в жизни, и на уроках. Да, и на дистанционном обучении. Все должны это знать. 3 раза в день, 1,5-2 минутки, и можете походить туда-сюда, пожалуйста. А потом у вас такое настроение, вам все по плечу. Я повторил это несколько раз, повторяю, мать учения. Да, друзья? А теперь давайте быстренько вопросы, и мы на этом заканчиваем наш бесплатный ликбез для повышения стресс-иммунитета и устойчивости.